Какой красивый пляж! Стас! Что случилось? Там кто-то лежит! Нужно посмотреть, может, ему нужна наша помощь! Нет, он просто спит на пляже! Нет, нет, я должна пойти и помочь ему! Мужчина, у вас все в порядке? Что случилось с вами? Вы ранены? Что с вами случилось? Мария, Мария, бежим! Скорее домой! Мария, бежим быстро домой! Стас, быстрее, мне больно! Сейчас, Мария, мы уезжаем, уезжаем! Да ну, больно! Я же говорил тебе, Мария, не подходи к нему! А если он не был зомби, и ему нужна была помощь? Ты же просто знаешь, что я не могу пройти мимо! Нужно было позвонить в полицию, чтобы они приехали и помогли ему! Короче, Мария! Ничего страшного, пройдет! У тебя что, никогда не было болячек? В общем, я пойду краситься, и это пройдет! Опять она пошла краситься ненормальная! Она не боится, что превратится в зомби! Сумасшедшая! О, друзья, у меня плохое предчувствие, что с Марией что-то должно случиться! И поэтому я лучше позвоню Рафарио и Димону, чтобы они пришли поскорее! Где они, где они? Алло, Димон, Рафарио, быстрее идите сюда, вы мне нужны! Скорее! Эй, Стас, что случилось? Будем снимать видео? Какое видео, какое видео? Марию укусил зомби! О, да что ты говоришь? Да, на пляже лежал зомби, Мария хотела ему помочь, и он укусил ее! И где же теперь Мария? А зачем она хотела помочь зомби, я не понял. Она думала, что это человек, она пошла наверх краситься, пойдем посмотрим как. Давай, давай, быстрее, идем, иди идем! Иди первым, ты же знаешь все про зомби! Давайте! О, вот она, парни! О, чуваки, посмотрите, что с ней стало! Боже мой, Мария, в кого ты превратилась? В смысле? Я плохо накрасилась? Ты превращаешься в зомби, но ты не понимаешь этого! Что, то есть я некрасивая? Если мы сейчас ничего не предпримем, ты станешь еще ужасней! О, Мария, я же говорил тебе! У меня есть идея! Возьмем Марию и пойдем вниз. Да, ты прав, давай. Мария, вставай. Давай, вставай. Давай. Тихонечко, тихонечко, не кусай меня, не кусай, не кусай меня, идем, не кусай. Идем, идем. Вот диван, садись, садись. А, боже мой, посмотрите, что с ней стало, почему так резко? Да, она очень быстро превращается в зомби. Мне нужно пойти приготовить сейчас же антидот. Друзья, у меня есть одна идея, я сейчас кое-что принесу. Быстрее неси, ей очень плохо. Рафарио, быстрее неси. Ребята, я принес шоколадки. Все девчонки любят шоколадки, да? Будешь, Мария? Парни, она в критическом состоянии. Нужно срочно приготовить антидот. Димон, беги, а мы ее пока чем-нибудь займем. Моя девочка. Кошмар. Мясо. Я голодная. Сырое мясо. А у меня есть одна идея. Может, мы ей дадим джель-бургер? Хорошая идея. Идем с нами, только не кусайся. Идем за стол, ладно? Мы тебя угостим очень вкусным джель-бургером, не переживай! Отлично, пойду покормлю Марию, может ей станет лучше! Стой, стой, стой! Одну минутку, Стас! Что случилось, Рафарио? Знай, Мария сейчас уже не Мария. И кто же она? Она стала зомби. И знаешь, что мы можем сейчас сделать? Что? Знаешь, что мы должны сделать? Мы должны ее уничтожить! Смотри! Сейчас ты ей дашь джель-бургер, а я сзади ударю ей со всей силы по голове. Я! Ты ненормальный, Рафарио, это же Мария. С ней все будет хорошо, просто дадим немного времени Димону, и она опять станет человеком. Нет, 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 она же зомби, хватит, она не говорить человек. Хватит говорить Рафарио, оставь это, посмотрим попозже, что можем сделать, ясно? Успокойся. Ладно, ладно. Еда! Где моя еда? Пожалуйста, Мария, это наш джель-бургер, поешь. Ну что, вкусно, да? Видишь, он очень вкусный, Рафарио. Пока она ест, идем поиграем в PlayStation. Да, пойдем, пойдем. Да. Приятного аппетита, Мария. Эй, Рафарио, ну как ты играешь? Неудачник, неудачник, сосредоточься уже. Не переживай никогда, говорю тебе, не переживай никогда. Я хочу сырое мясо. Пойду поищу. Мясо, мясо. Мясо! Это точно не мясо! Там мясо! Ха!
Ну что, кто тут на площадке лучший баскетболист? О, чуваки, куда улетел мяч-то? О, привет, Мария! Ты что, решила поменять макияж? Можешь мне подать мяч? Мария, ты что делаешь? Дай мяч! Мария, ты зачем это сделала? Блин, чуваки, на сегодня баскетбол отменяется. Стас, что-то Мария притихла, да? Да, наверное, ей очень понравился бургер. Мария, тебе так сильно понравился джель-бургер? А где Мария? Куда делась Мария? Она съела весь бургер! Она, наверное, ушла на улицу искать другую еду! А я же говорил тебе, что нужно ее убить! Рафарио, не говори ерунду! Идем, спасем ее! Идем, посмотрим, что там происходит! Идем! Я пошел! Стас, погоди! Стой! Зачем ты так вырядился, Рафарио? Мария сейчас не Мария. Да, она зомби, я знаю, что она зомби, поэтому Димон пошел делать антидот, чтобы превратить ее обратно в человека. Пошли! Мы должны ее остановить, Стас. Жалко, конечно, но что нам еще делать? Ведь Мария... Рафарио, она... хватит заниматься ерундой, заканчивай. Идем посмотрим, что она делает, пока ничего не натворила. Идем уже! Друзья, итак, у меня есть все необходимое оборудование для того, чтобы сделать антидот. Это очень сложно, и мне нужно сосредоточиться. Но я надеюсь, что у меня получится. Итак, для начала беру ген зомби и наливаю его в этот сосуд. Отлично. А сейчас я наберу оксид азота и перемешиваю. Нужно повторить это 2 раза. И потом я добавлю следующие химикаты, чтобы получился антидот. Это займет очень много времени. Надеюсь, что у меня получится. Да что же это такое? Одиссей, может быть, ты видел Марию, а? Да, я ее видел. Слушайте, а что случилось-то? Я играл в баскет спокойно, и мой мяч улетел на улицу. Мария подняла его и разорвала зубами. Мария сошла с ума! И куда она потом пошла, Одиссей? Она пошла туда, прямо к мусорке. А зачем она туда пошла? К мусорке, друзья! Пошли туда! Идем, чего ты ждешь? Мария, Мария, давай, идем домой! Уходи, уходи! Уходи, уходи! Слушай, Рафарио, она стала очень опасной, да? Что же нам теперь делать, Стас? Подожди, Рафарио, сейчас посмотрю! Что? О, ты не поверишь, у меня в карманах желейные глаза! Я люблю желейные глаза! Эй, Рафарио, ты ненормальный! Это не для тебя! Когда я понял, что Мария стала зомби, я захватил с собой эти глаза, потому что знаю, что зомби их обожают! Идем угостим ее! Да-да, идем! Эй, Мария, Мария, смотри, у меня есть для тебя глазки, видишь, глазки? Глаза! Глаза, глаза! Глаза! Идем, идем, идем! Идем, идем! Идем! Идем, идем, садись здесь на стул и поешь немного. Так, завяжи ее, завяжи. Давай, связывай ее, обматывай покрепче. Давай покрепче обматывай. Ну все, я думаю, хватит. Да, надеюсь, что Димон скоро уже приготовит антидот, и мы спасем ее, чувак. Друзья, смотрите, я почти закончил. Как вы видите, жидкость начинает зеленеть. Она должна стать ярко-зеленой. Еще немного, и антидот будет готов. И тогда мы спасем Марию. Зачем ты так оделся, Рафарио? Стас, тихо. Смотри, видишь? Это мы должны воткнуть в сердце Марии. Ты ненормальный, зачем? Потому что она зомби. Мы уже ничего не сможем сделать. Это наш последний шанс. Рафарио, подожди немного. Димон готовит антидот. Готовит антидот. Ясно, терпение, терпение. Ну хорошо, ладно, Стас. Молодец, от твоей ерунды мне даже приспичило в туалет. Но ты ничего не предпринимай. Ничего абсолютно, ни в сердце, ни в голову, понял? Успокойся давай. Ты меня понял? Давай. Друзья, я вам расскажу один факт, который вас очень обрадует. Итак. Все, кто нас смотрит и до сих пор не подписаны, нажмите на кнопку «Подписка», и в ваш мозг сразу поступит гормон, который называется серотонин. Это гормон счастья. Но это не все. Когда мы увидим, что вы подписались и поддерживаете нас, то и у нас станет больше серотонина. А это значит, что мы будем снимать очень крутые видео. То есть вы должны подписаться на наш канал, чтобы поддержать нас. А мы с крутыми видео будем вас веселить. Поэтому мы оба в выигрыше. Подписывайтесь все и будем снимать крутые видосы. И чего мне так приспичило, чуваки? Хотя, сначала зайду в комнату к Марии. Посмотрю ее косметику.
Друзья, я думаю, что мне пришла в голову крутая идея. Я нарисую у себя на руке след от укуса и покажу это Рафарио. Пусть испугается и подумает, что я тоже превратился в зомби. Это круто, друзья, давайте сейчас нарисуем. Друзья, это очень прикольно. Надеюсь, что Рафарио мне поверит. Это похоже на укус? Напишите в комментариях. Я думаю, что очень похоже. Пойдемте пранканем его. О, Рафарио, что-то мне нехорошо. Что с тобой, Стас? Заблудился по пути в туалет? Нет, Рафарио, просто там возле мусорки меня укусила Мария. Посмотри сюда. Что это, Стас? Не знаю, Рафарио, просто мне нехорошо. Прости меня, Стас. Рафарио, ты с ума сошел, я что сейчас, ли, а? Я сейчас ударю. Нет, подожди, подожди. Что? Почему? Это был пранк, бро. А это на руке у тебя что тогда, Стас, а? Рафарио, это просто нарисовано. Это не настоящий укус. Ты ненормальный, что ли? Это ты ненормальный. Ты вообще с ума сошел. Ты решил напугать отца, с ума сошел. О, Рафарио, у тебя вообще нет юмора. Ты меня уже достал, чувак. Ты такой нудный, знай это. Это я нудный? Да, ты. Это ты невыносимый. Ты неправильно себя ведешь. Когда ты был маленьким, ты плохо учился, пропускал школу, и еще много разных проблем было с тобой всегда. Потому что я твоя копия. Друзья, я думаю, у меня получилось. Ярко-зеленый. А это значит, что если все пойдет хорошо, то я спасу Марию. Но если не получится, и станет намного хуже. Надеюсь, друзья, что все будет хорошо. Итак, нужно перелить все это в пробирку. Нам нужна маленькая доза, потому что большая ей точно навредит. Поэтому наполняем пипетку и наливаем внутрь. Итак, мой антидот готов! Удачи нам! Закрываем и идем! Фу. Это ты виноват! Это ты виноват, что я такой! Ты! Это нет, ты виноват! Нет, твои нет, гены во мне, понял? Ребята, ребята, я сделал антидот! Я спасу вас! Давай, давай, наливай ей антидот! Давай, наливай, наливай! Так, 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 пей, 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 пей! Ребята, она выпила. Надеюсь, что все будет хорошо. Я думаю, что скоро она опять будет человеком, если я все сделал правильно. Отлично, парни, пойдемте сядем на диван и подождем, да, согласны? Да. Заберите, заберите ее. Eventually. Зомби, 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 зомби. Какой зомби, что вы? Да, чуваки, сработало. Что сработало, о чем вы говорите? Оставь их, Мария, это длинная история. Ты потом посмотришь видео, окей? Друзья, это было наше видео, если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь. Нажмите на колокольчик. И увидимся.